Мы подошли к толкованию 297 страницы книги Акида имама Тахави. Всевышний Аллах не возлагает ни на кого сверх его возможностей. Чтобы Аллах не предписал тебе, это тебе по силам. Кто говорит, что он не в силах это выполнить, что это не для него ноша, тот просто ищет отмазки и говорит неправду. Кому-то говоришь, надень хиджаб, как они тут же ищут отмазки. Кому-то говоришь, читай намаз, и у них тоже какие-то отмазки. Все их отмазки сплошная ерунда. На самом деле это всем под силу. Просто многие по причине своей лени или нежелания не хотят совершать поклонение. Таких людей Всевышний Аллах обделил внутренней силой. И пусть знают те, кто ищет всяческие оправдания, дабы не совершать поклонение, о том, что они несчастные люди. Эти люди лишили себя Божьей благодати, и этим людям Всевышний перестает оказывать свою помощь и поддержку. وهو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله نقول لا حيله ولا حركه لاحد عن معصيه الله الا بمعونه الله ولا قوه لاحد على اقامه طاعه والثبات عليها الا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئه الله عز وجل وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا تقدس أن كل سوء كبر وتنزه عن كل عيب وشين لا يسال عما يفعل وهم يسالون Вот эти слова и есть акида Тахави. И нам необходимо изучить ее как следует. Поскольку многие люди, не будучи знакомыми с данной акидой, считают, что ислам является очень трудной религией, и начинают говорить, что эта религия им не подходит, они говорят, ислам слишком труден для нас, и нам не по силам его соблюдать. Это показывает, что их акыда неправильны, и эти люди, скорее всего, сбились с пути Корана и Сунна посланника, алейхиссаляту вассалям. Перевод арабского текста таков, Всевышний Аллах возлагает на своих рабов только то, на что они способны. И люди способны делать лишь то, на что выдал им способность Аллах. Вокруг этого выражения возникает множество споров. Некоторые не обращают на него внимания и проходят мимо, а некоторые считают его ошибочным. К примеру, саудовский шейх Ибн Бас говорил, что данное выражение ошибочное. Единственным, кто смог ответить на эти противоречивые мнения, является Абдулла Аль-Харари. Он жив и по сей день. Так вот, он говорит, здесь нужно читать «Лаю тайякуна». И когда мы будем читать «Лаю или ла «Макаллафа», Тогда мы сможем понять правильный смысл, но и то не полностью. А на предложение он дает пояснение, которое выглядит так. Человек не способен выполнить сверх того, что возложил на него Аллах. Но ведь в то время, когда Всевышний приказал нам совершать пять молитв в день, мы же помимо этих пяти совершаем еще дополнительные молитвы, а некоторые люди и вовсе могут совершать по 60 молитв за день особенно те, кто сильно ударился в религию. Так что же получается, мы способны выполнить сверх того, что на нас возложено? Аллах предписывает нам отдавать одного барана из сорока на выплату заката. А есть такие, кто вместо одного щедро отдает по 5-6 баранов на один закат. И отсюда еще раз вытекает вывод, что мы, оказывается, способны сделать больше того, что предписал Аллах. Но имам Тахави не ошибся в своих словах, он был прав. На самом деле смысл его слов в том, а Аллах знает лучше, что предписанные пять ежедневных молитв являются оптимальным количеством и подходят под возможности всего человечества в целом. Ты, конечно, можешь молиться и по шесть раз, но сделав это несколько дней, ты вскоре устанешь, и тебе станет трудно. Точно так же и с закятом. Ты можешь пару раз выплатить больше положенного, однако делать это постоянно человеческой душе не под силу. Не стоит думать, что, мол, если нам удалось сделать это один-два раза, то мы способны делать так всегда. У всего своя мера. Та норма, которая нам уже предписана по силам каждому, а то, что ты делаешь сверх этого, является лишь результатом вдохновения, которое не длится постоянно и посещает нас лишь время от времени. Вот вам один пример. Один ученый, не помню точно в какой области, кажется физик или химик, провел некий эксперимент с цифрами. Сначала он использовал одну цифру, потом добавил вторую, а потом третью. И дойдя до третьей цифры, он остановился и не стал продолжать свой эксперимент с четырьмя цифрами. Как выяснилось, его эксперимент мог осуществиться только с тремя цифрами и не более. С четвертой уже не получалось. В общем, смысл таков, что к одному случаю большое количество подходит, а к другому не подходит. Например, есть какое-то отверстие и стоит вопрос, пролезет ли твоя рука в это отверстие? Вот ты засунул один палец, он влез, засунул два пальца, тоже влез, три тоже влезли. И ты уже уверен, что туда влезет вся твоя рука. Вот так и в другом, сделав какое-то поклонение лишних 3-4 раза, ты уже думаешь, что можешь так всегда. Кроме того, здесь написано, никто не обладает способностью без помощи и поддержки Аллаха. Эти слова являются объяснением выражению «لا حول ولا قوة إلا بالله». Ла حول ولا قوة إلا была темой нашей вчерашней лекции. У человека появляется способность только с Божьей помощью. Допустим, что у кого-то есть много сил и крепкое здоровье. Но когда приходит момент что-то сделать, и Аллах в этот момент не наделяет его своей поддержкой и помощью, то человек не сможет выполнить это действие. И здесь идет объяснение словам о том, что никто не обладает силой и способностью, пока Аллах не наделит его ими. Никто из нас не способен найти пути спасения от совершения грехов при отсутствии Божьей помощи. Ты спасешься от греха только, когда тебе поможет в этом Бог, а если ты остался без Его помощи, то ничто другое тебя уже не спасет. Каким бы ни был этот грех, будь это прелюбодеяние или убийство или сплетни, ты спасешься от этого только, если сам Аллах спасет тебя. Поэтому не нужно все время надеяться на себя и говорить ⁇ я, я, я ⁇ Без помощи Аллаха никто не способен защитить себя от зла или совершения греха. И также не способен проявить в себе волю для этой защиты. Без Божьей помощи ты не сможешь защитить себя от этого и не сможешь даже проявить волю. Без поддержки Аллаха ни у кого не будет способности выполнять поклонения, предписанные им. Только если Всевышний даст тебе силы и способность выполнять поклонения, ты сможешь их выполнять. Если не даст, тогда ты ничего не сможешь. Будет лучше, если вы не будете снимать. Нас и так снимают две камеры. Мы вам подарим потом один диск, иншалла. Мне, конечно, не жалко, что другие снимают. Просто бывает так, что люди снимают, а потом вырезают некоторые места и искажают мои слова. А наши камеры снимают полностью. Поэтому мы хотим, чтобы источник видео был один, и чтобы потом не было недоразумений. Согласны, братья? Так вот, ни у кого без поддержки Аллаха не будет способности быть усердным в выполнении поклонений. Поэтому не считай себя особенным. Ибо если Аллах не захочет, ты не сможешь ничего. Все происходит, во-первых, по воле Аллаха, во-вторых, с Его ведома, в-третьих, по Его решению, и в-четвертых, по Его предопределению, то есть по четырем причинам. Еще раз, по Его воле, по Его ведому, по Его решению и по Его уже написанному предопределению. Его воля превыше воли всего остального, и его решение превыше решения всех творений. Человек предполагает, а Бог располагает. Вот о чем здесь идет речь. Человек может говорить и планировать что угодно, но решение Бога будет превыше всех его слов и планов. Аллах наделяет, что пожелает, и он никогда не поступает несправедливо. Он причист и совершенен, и далек от всяких недостатков. Аллах не несет спроса за свои деяния, но он берет спрос за деяния своих творений. Вот такая наша акида.